15 марта вышел. Як же дістали всі, я переповнена. Було спокою мить, але уже нема. Ніби злітаємо не, навколо селяться. Знаю я, де вони, на них нема лиця. Кожен спускає пар, я випускаю дим. Знаєш, як жити так, як бути молодим. Я розпиляюся, де концентрація. Думала вранці я, думала, думала. Я успокою, я мірай. Пока пойдет. Ну ничего, идея, ничего, ничего. Goddamn, выпускаю дым. Неплохо, красиво. Но есть треки значительно сильнее. Есть треки сильнее. Здесь как-то с натягом все идет. Алена, Алена очень крутая, очень харизматичная максимально. Но здесь что-то я не знаю, как будто бы не ее игра получается немного. Знову лежу на канапе, завешенный на каком-то фильме. Знову лежу на канапе, но и мам всё в пизде. Myślę, gdzie wyjdę. Dziś wieczorem chyba nigdzie. Palę gibona, drugiego gibona. Nirwany osiągam. Ale oczywiście telefon, telefon, telefon. Krzyczę do słuchawki, tu gadam jak netto. Bo nie wiem, czy kwata to brutto, czy netto. I chyba to wszystko. Во, вот это уже интересно звучит. Вот этот парт его. Первая часть была пойдет. А вот вторая часть, чувствуется задор, напор и то, что надо в голосе. Мясо появилось. И кач. Вайп он дает, какой надо. Прям на бит уже четко ложится. Вот это звучит интересно. Wszystko zaszło za daleko. Я chciałem tylko sobie rabina. Teraz sięgowy zobaczę, wylicza wam. I szkoda, że nie jest stanie policzyć fakturę. Na mojej bani odcisnął ten beton. Ej! Mam wszystkie kurwy chodzą po osiedlach i zioma liczy znów z repetą. Ej! A nieraz tu ludzie kłamią ci twarz, jakby ich wyrzeźbił Gepetto. Ej! Życie w Warszawie nie jest pięknym obrazem kanale to. Ej! Zaszedłem za daleko, żeby wychillować za paletą. Хорош, хорош. Отличный парт, отличный парт. Я думаю, что, честно говоря, я не знаком с этим артистом, вот, но я думаю, что с Аленой Аленой всегда артисты напрягаются делать фит, потому что она очень мощно наваливает на биты, и она может раздавить тебя на фите, потому что она, ну, она очень круто делает, очень харизматично и сильно. Здесь нет такого совершенно, здесь Забсон, ее... На мой взгляд, он однозначно сделал гораздо сильнее. Чем она? Но это я про трек говорю. В целом она, конечно, очень крутая девочка. Да, не в легкости, а азарт. Идея прикольная. Goddamn, выпускаю дым. Интересно, интересно. Ну, звучит как-то... Не докручивает она, что ли. Бит она не почувствовала ни в куплете, ни в припеве. Вот парнишка отлично сделал. Очень хорошо. Я не знаю, к сожалению, кто это, но молодец. Вот, вот начал он просто нормально, а потом четко врубился в бит. И просто уничтожил его. Алена Алена сделала, ну, неплохо, а просто неплохо. Нам. Он это польский рэпер. Окей. Я понял, я суть понял, да. Так. Слушал альбом Mayday, вышедший в пятницу. Нет, дружище, блин, скинь, кстати, мне, пожалуйста, ссылочку.
Скинь ссылочку в ЛС ВКонтакте, если тебе не впадло. Скинь, пожалуйста, ее. Или где-нибудь в комментарии, или в телеге можешь сбросить ссылку, да, на альбом Mayday. Я обязательно хочу послушать. Вот, в общем, вот так вот, да, по поводу трека. Алена, Алена, ну, может гораздо сильнее. Здесь нет. Здесь нету чувства бита и припев. Идея шикарная. Годдем выпускает Годдем, да, супер. Но реализация нет. И вот как мне подсказали в чате польский рэпер Запсон, он раздал как отец вообще здесь на, во втором куплете своем. Вот это вот было очень круто. Вечером хиба нигде не, не вот это. Так иду годдем, я глядово, не вен, чи хвата то бруто, чи не то. И хиба то всичко зашло задалеко. Я тявен тим, кто собирай бидам, тенас чинговый започна величавать. Вообще, вообще вебит страшно. Молодец. Шикарно, красиво, мощно, харизматично. Не переорал, не передавил. Строго почувствовав бит, вот столько, сколько надо дал. И здесь тоже с этим переходом. Шикарно вообще. Что-то такое среднее между... Ну, не Данзо Кудуро, конечно, всеми вот этими, да, то есть прям там, там Бразилия, Мексика, да, какая-то, да, такая Бразилия, Мексика, где-то там далеко Шон Пол какой-то именно вот по харизме, да, то есть вот очень интересный симбиоз звучаний получился у него, и выдал он то, что надо на этом бите. Короче, он красавчик, Алена немного не дотянула, или не почувствовала трек, не почувствовала бит, не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, в общем, вот, в общем, в любом случае, спасибо, да, респект за три чела. А, хочу послушать.